Если Валя, вашего Васи, долго нету, сутки, двое, трое, то приходите к нам. Я вам его покажу. Это наша лизуха, добрейшая кошка. Валя. А вон ваш Вася. Это ваш Вася. Вот он. А вон наша лиска. Вон. Иди сюда. Иди сюда, Лиза. Иди. Иди. Иди, не стесняйся. Показывай, как ты любишь Васю. Ну что, благословить вас. Да? Не могу я благословить. Я тебя очень сильно люблю. Нет, нет, нет. Даже не уговаривай. Вот он, ваш Вася. Завидный жених. Ну, видите, где он пропадает сутками. Вы говорите, сутки. Мне кажется, он тут постоянно у нас уже прописался, ваш Вася. Ну, еще у нас таких 5 штучек есть. Одна одной краше. Вот так. А вы говорите, где мой Вася, бедненький Вася? Его сутки уже не было. Бедолашка. Вася просто заметный ваш жених. Девчонки по нему с ума сходят. Вот одна там крутит хвостом. Видите? А он за ней бегает. А здесь другая. Ходит. В своей очереди ждет. Вот тут никто не обижает. Не думайте. Не волнуйтесь за него. Видите? А вот как она его ублажает. О, что почелось. Вот это да. А это уже сцена из фильма «Любовь и голуби». Эх, Вася, Вася.